Поднимаясь на чердак, он увидел сосиски. Что это? Что это? Это не сосиски. Кто мои сосаджес сожрал? И как обычно, он влетел в Гава, и он, не поверите, стал экзе. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это котенок по имени Гав Экзе. Здорово, котенок, привет тебе, привет твоим хозяевам или родителям, у которых охерительное чувство юмора, классное имя тебе дали, вообще в тему, прям в тему. Я уверен, в кошачьем сообществе тебя очень любят. В общем-то, мы играем в эту игру. Я думаю, что, как всегда, жил котенок Гав, а потом он что-то сделал и раз стал экзе. Скорее всего, будет как-то так. Давайте проверим. Сидел Гав дома и думал, что ему поделать. Да, смотрите, пока что моя теория, она, в принципе, кажется правдивой. Решил пожрать колбаски. А колбасками дома и не пахнет. Вот такая херня, малята. Поднимаясь на чердак, он увидел сосиски. Что это? Что это? Это не сосиски. Это не сосиски. Котенок Гав, если это сосиски, я думаю, что есть их не надо. Я думаю, что есть их не... Я не знаю, из чего они сделаны. Вообще, это похоже на какой-то, не знаю, облеванный, слепленный из говна кусок сладкой ваты. Но при этом почему-то розового цвета. Недолго думая, он съел их все. А потом оказалось, что это были сосиски Экзектора. Экзектор сам как сосиска большая выглядит. То есть у сосиски побольше, сосиски поменьше. Это его дети, получается. О, ну мы попали тогда. Ладно, мы сосиски бросили. Мы детей его, походу, съели. Это печально. Кто мои сосаджес сожрал? Экзектор, а я что-то не понял. А ты что? А ты что это, буржуй Экзектор? Ты что, это американец или что? Я не понял. Что значит сосаджес? А как же великий могучий русский язык, Экзектор? Ай-яй-яй. Ну ты слушай, не русский ты человек, Экзектор. Вот ебать, я сейчас за это накажем, да. Я! Мяу! Гав, не знаю. Тебе будет сейчас очень нехорошо, сказал Экзектор. И как обычно, он влетел в Гава, и он, не поверите, стал экзе. Вау. Ну, надо отметить, что автор постарался, он прям такую, знаете, долгую такую замечательную. Что это такое нахер? А кто это вообще? Не понятно. В мультфильме там был такой персонаж. Я просто этот мультфильм смотрел в далеком-далеком детстве, и я не помню ничего, кроме названия. Я помню только, что был там какой-то котенок. И был он по имени Гав. И все. И все, как бы, ребят. Это все мои познания оканчиваются на этом. Так, ну что, мы... Тихо. Стоп. Откуда этот музон? Я не понимаю. Откуда этот бодрый музон? Я сильно сомневаюсь, что он из самого мультфильма. Такая музыка играет. Я не знаю, слышите вы ее, не слышите. Я ее сделаю, конечно, потише, но думаю, что чуть-чуть услышите. Музыка такая, знаете... А, вот сейчас вот уже не могу сказать. До этого это была музыка, как будто бы ее Дэйв Портер написал, композитор сериала Breaking Bad. То есть там много таких мелодий было похоже. Шарик. Гав, а с тобой все хорошо? Так. Ло, Гав, ответь. Да ответь ты, кот красножопый! Ого, слушай, какой ты вежливый. Казалось бы, вот шарик, посмотрите на шарика. Такая милая мордашка, такой милый песик, замечательный. А что это за слова? Что это за поведение? Вот тебе сейчас как красножопый, тебя как накажут сейчас. Сам будешь и красный, и жопой, и мордой, и, я не знаю, писечный, и все будешь красно. Все красно будешь. Чего орешь? Мяу! Уф. Айда гулять. Пойдем, только в догонялки. Мяу! Ау! Подумай, что подумай. Ты не убежишь, но подумай. Чего? Над чем подумай? Ты не убежишь, но подумай над чем, блин. Так, погодите. То есть вы мне хотите сказать, что... Ага. Сейчас, все понятно. Все понятно, мы можем, в принципе, надуть эту морду и сделать вот так, да? А, понятно. Так. Ну, то есть, подумай, это, типа, автор ко мне обращается, что мы можем, в принципе, котенка Гава обмануть. Слушайте, ну, вот такого... Блин, это вроде бы такая проста... Так, еще раз. Это вроде бы такая простая достаточно была игровая механика, но я ни в одной экзе-игре, вот поправьте меня, если я не прав, ни в одной до этого экзе-игре я такого не видел. Следующий вопрос. Почему только что доктор Курпатов заговорил? Я понять не могу. Стоп, говорит. Так, окей, хорошо. Нажимаем левую клавишу мыши, да?
Я тут создатель игры, окей? Вот, вот это? Или вот, вот это? Или я не знаю. Или создатель игры — это просто Господь, который пронизывает собой все сущее и каждый отдельный его элемент, включая вот эту вот кошку, вот эти вот вырванные оконные ставни, вот эту вот козявку с развинутыми ногами, я не понимаю. Вы можете задаться вопросом, что стало с шариком? Поскольку он убежал от Гафэкзе, то он жив. Ну а теперь восстанавливаю сеанс. Какой хороший денек, чтобы полазить по крышам. Привет! Гав, как ты забрался без меня? Это невозможно. Тебя только смущает, как он забрался? Больше тебя ничего не смущает? А вот эта рожа вот адская, дьявольская, не смущает вообще? Это нормально, да? Главное, что забрался. Как забрался? Как он забрался? Как этот кот с окровавленными адскими глазами забрался? А то, что он там, походу, нанюхался чего-то, это пофиг, да? Неважно. Да ну тебя, пойду по крышам бегать. О, опять начинается, да, сейчас? Опять беготня пошла. Опять пошла беготня. Так, а подождите, а я не пойму. Да похеру вообще, я думал, за мной гонится кто-то. Нет, никто за мной не гонится. Единственное, крыши интересные. Крыши очень интересные. Крыши прям были сделаны, знаете, изобретательно достаточно. Понимаете, крыша без шипов, торчащих из крыши, это ж не крыша, правильно? Иначе скучно, скучно по таким крышам. Что называется их? Такие крыши — это скучно, короче. Да. Дизайн таких крыш, он невероятно уныл, да? Надо, чтобы так, вот, чтобы кот какой-то попытается, если залезть, чтобы он стал кастратом на всю жизнь и до конца своих дней мяукал сопрано. Ну, вот так вот, по-видимому, рассуждают те, кто все это дело строил. Причем... О боже, а чё он такой здоровый? А рыбку ты? Ты нихера ты это... Это что за рыба такая чернобыльская тут вообще плавает, что ты пожрал рыбы и стал вот такой? Ты больше, чем эти крыши уже, чувак. Как ты тут оказался? Так, я извиняюсь, секунду. У меня тут веб-камера закрывает вот эту реплику. Что тут написано? Убегать лень. Ладно, говорит, убегать лень. Замечательно. Лень убегать ему. Окей, я понял. Так, давайте я обратно это сейчас все. Да, блин, не могу зацепить рамку бандикама, сука, никак. Во, все. Брысь, я рыбку ем. Я тоже хочу. Отдай быстрее. У экзе-персонажей, у них что-то с грамматикой с ними происходит. Они какие-то странные слова выговаривают. Это как? Вы мне хотите сказать, что экзе-персонаж любой — это типичный какой-нибудь безграмотный школьник-детсадовец, да? Ну понятно, намек ясен. Рыбу забрали, да? У экзе. Забрали рыбу у экзе, который стоял себе, жрал, никого не трогал. Окей, лови. Рыбка. Убитки пса. Пес вообще в шоке. Пес сидел себе, грыз, короче, кость, которую он вырвал из ноги своего хозяина. Сидел себе, никого не трогал. Абсолютно безобидный пес. И тут раз рыбу кидают. И сейчас придет. О! Рыбка. Слышите, падла, верни рыбу. Поздно. Да блин, я не понимаю, мне уже жалко этого несчастного экзекотика. Он никого не трогает, просто хочет пожрать. Почему вы все над ним издеваетесь, блин? Он экзе, а мне его жаль, он жертва в этих обстоятельствах. Тебе жопу навалять? Может, тебе костью дать? Ауф, битва. О, подождите, я могу лечиться. Нихера я могу пролечиться. Это что за Авиценна там меня лечит? Это кто там меня... Я могу нормально так, слушайте. Нихерово, 3700, 4... Какое, однако, хорошее-то здоровье, однако. Хорошее здоровье у нас, однако, нихера себе. Такое, знаете, прям пышущий здоровьем песик такой, однозначно. 5800, 5900, давай. Давай до 6000, до 6300. А сейчас вот смотрите, сплошная атака пойдет. Сейчас пойдет сплошная атака, да. Офигеть, так все, мы победили, считайте, что... Мы сейчас его быстро, у него уже, смотрите, у него уже там две... Наши кости, они даже... Наши кости даже опережают его... Лопатки? Нет, это ножи, наверное, да? Но выглядит как лопатки какие-то, знаете. Кот. Да, совсем уже гав. Да. Да, совсем уже гав. Блин, несчастный кот хотел пожрать, вы его убили. Вы забрали у него рыбу и убили его. Он просто хотел пожрать. А вы такие, да, совсем уже гав, что-то сдох. Что-то вообще, да, что-то не дышит, не двигается.
Ну, бывает. Лопата есть у кого, нет? Чердак котенка Гава. Концовка прям. Знаете, это сколько еще будет частей? Вы сколько там насчитали детских котенка-гавовских голов? Столько еще частей, наверное, будет, да? Спасибо, что сыграли в еще один мультик советских времен, до которого добрались экзосоздатели. Автор Лера Макс, персонаж игры Гав, Шарик, Черный Кот и Пес. Ну и мудаки, слушай, персонажи твоей игры, однако. Бедный котенок Гав Экзе, блин. Надо было их всех сожрать. Вообще офигеть, просто. Ну ладно. Вот такая вот, ребята, игра. Такой вот необычный взгляд на экзе-персонажа, который тут, походу, единственный вменяемый, да? Мы на этом, по большому счету, заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.